Мне кажется, что вот то, что мы сейчас обсуждаем, это такой страшный, трагический пример неурегулированности вот в открытой фазе, когда прибывает конфликт, то что происходит, это жертвы в первую очередь среди мирного населения. Мне кажется, что самое страшное в этой ситуации, это жертвы именно вот от химической атаки. И судя по тем кадрам, которые есть в свободном доступе, это военное преступление. И, учитывая, что военные преступления не имеют срока давности, я думаю, что по ним будут... Виноватые будут по ним однозначно отвечать. Что касается вот нашей ситуации, мне кажется, что в данном контексте нам нужно то есть понять для себя, что мы в этой ситуации хотим от... Каким образом мы хотим решать этот конфликт. Если мы хотим действительно вернуть территориальную целостность страны, если мы хотим со своей стороны, в рамках своих... возможности украинской стороны содействовать этому процессу, то на сегодняшний день альтернативы Минскому процессу нет.